В Литературном музее «Дом Языковых» открыли сразу две выставки, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину. Автор – член Союза художников России Игорь Шаймарданов. Много лет работает как театральный художник, оформил уже более 40 спектаклей. Но в творчестве художника Пушкин играет ведущую роль. Несколько лет назад его пригласили к сотрудничеству музей-заповедник Пушкино-Михайловское. В этом году Игорь Шаймарданов стал участником творческого проекта Пушкинского заповедника «Хлебное место». Это совершенно новая линия в работах художника. Конечно, эта выставка очень поразительная вообще, просто поразительная, потому что здесь представлен Пушкин в том виде, который представляет его Игорь Шаймарданов. И здесь Пушкин не как поэт, а как человек, который занимается, наверное, изготовлением хлеба. И она удивительная, она очень положительная, и выставка. И самое главное, что на нее хочется и хочется смотреть. На Псковской земле мастера знают как автора нескольких художественных циклов, таких как «Ситцевый Пушкин», «Михайловские царапки», «Пушкинский календарь», «Царское село». Среди них стоит выделить цикл «Деревенский Пушкин». Мастер как бы погружает поэта в его обычную деревенскую жизнь. Помимо «Хлебного места» у нас еще одна выставка Игоря Шаймарданова – это «Веселый Пушкин». Вернее, из цикла «Деревенский Пушкин», но мы его называем «Веселый», потому что действительно все картины Шаймарданова, они просто, они веселые. Пушкинские выставки в Доме Языковых можно будет посетить до середины сентября. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.